Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как на устройстве Samsung Galaxy A52s включить либо же отключить показ уровень заряда батарей, как у меня, например, видите, в правом верхнем углу написано 100%. Можно эту функцию отключить, либо же включить. Для этого нужно зайти в приложение «Настройки», нажать «Уведомления», спустить вниз и нажать «Дополнительные параметры». После чего мы с вами можем либо отключить индикатор на значках, показ процента заряда, либо же отключить. Вот и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!